Друзья, всем привет, с вами Павел. Очередное видео карантинное. Вот, хочу сделать на тему того, что сейчас происходит в Америке. Вот реальная картина людей, да, которые просто ходят на улице, ходят по улице, ездят на велосипедах, бегают. Вот. Глобально никакая полиция, никто их не кошмарит. Да, я не вижу, чтобы кто-то там умирал, где-то складировались гробы, да, как это показывают по зомбоящику. Возможно, это в Нью-Йорке происходит. Но я живу всего лишь там полчаса 40 минут беспробочной езды от Нью-Йорка, от Бруклина. Да, и каких-то таких кошмаров, ну, я просто не вижу. Я не слышал, чтобы кто-то из моих знакомых умер от коронавируса. Вот, просто не слышал этого, и все. Может быть, действительно кто-то у знакомых умер, но я этого не знаю. Вот, посмотрите просто, что реально происходит. Вечер, да, сегодня у нас 14 число, да, 14 апреля. Народ просто ходит, гуляет, спокойно гуляет, наслаждается погодой. Да, вот есть там велосипедист, едет в маске, насколько я вижу, правильно делает. Соблюдает социальную дистанцию. Вот бегун бежит. Но вот так вот, да, мне действительно противны вот эти видеорепортажи, да, когда показывают с такими заголовками провадными о том, что там типа Америка вся вымерла, там, я не знаю, или началась там Вторая мировая война, там, или ну, что-то вроде этого, да, там, или Третья мировая, Четвертая мировая, да, там все сдохли. Да нет такого. Бред. Просто бред, то, что показывают по российскому зомбоящику. Вот. Так что ничего страшного не происходит. С вами был Павел. До новых встреч. Пока-пока. Вот так мы и живем тут. Все очень даже неплохо.